Я вышел сейчас на сцену, чтобы предварить появление Хибла Герзмава. Джаз действительно поразительно умеет находить свое и в классике, и в фольклоре. Для легендарного оркестра Глена Миллера в свое время были сделаны аранжировки и марша из «Аиды Верди», и даже русской народной песни «Дубинушка». Это было в годы войны, когда мы были союзниками с англичанами и американцами в борьбе против фашизма, а песня эта была широко известна на Западе благодаря выступлениям Шаляпина. Но у каждого искусства есть свой неповторимый язык. Свой язык у джаза, свой язык у оперы, свой язык у балета. И совмещение их не всегда происходит удачно. Но вот сегодня это действительно эксперимент. И очень сложно, казалось бы, совместить знаменитых джазменов со знаменитой оперной певицей. И при этом Хибла Герзмава будет петь своим оперным голосом, а не подражать джазовым певицам. А джаз, наши джазмены будут говорить на своем привычном языке. Так что задача усложнена.